У Люпус Люпина всегда была там база. Он прячется на самом виду у подножья дерева. Если ночью ты плохо видишь, берегись. Можно свалиться с утеса. Ступай с оглядкой. Это же логово Люпус Люпина. Пуслюпин давно ждал этой минуты, хотел дать тебе увидеть своими глазами, с чего все начиналось. Он был щенком, когда твоя мать и ее родня пришли, чтобы погубить его мать, лишь за то, что она отличалась от них. Она была охотницей. Дело было ночью, охотник стал добычей, бежать было некуда. Твоя мать не знала жалостей и думала только о месте. Он видит, что ты дитя своей матери. С тебя сталось бы принять то же решение, ведь и ты убийца. Его сделали сиротой, изгоем и уродом. И каждую ночь он переживает тот миг заново. Он говорит, твоя мать и ее последователи зажгли огонь, который нельзя погасить. Это они сделали из него нынешнего монстра. Он знал, что его время придет, и был терпеливым. И вот, прослышав о твоем рождении, он задумал месть, которую запомнят надолго. Он пощадил тебя в детстве, уничтожив вашу деревню хотел заставить тебя страдать всю жизнь, как страдал он. Он оставил на тебе отметину, чтобы узнать тебя при встрече и чтобы помочь вспомнить, кто ты и откуда. С годами его голод становился все более ненасытным. Он сперва пытался, но он не травояден, а голодать не хотелось. Он никогда не отнимал ничью жизнь аппетита ради. Он стремился выжить. В конце концов, наше истинное «я» — это мы сами. Если присмотреться к природе, все поймешь. Естественный отбор и выживание сильнейших. Рок это для тех, кто слишком слаб, чтобы определять свою судьбу, а для тебя пришло время принять свою. Выживет сильнейший. Горячий металл. Рубила не для слабаков. Это для героя, каким тебе только предстоит стать. Жуткое чувство когда-то отрезан от свежего воздуха. Уже Скиз говорит, что вести о твоих подвигах расходятся во все концы, и в местных жителях еще теплится надежда. Он очень ценит твой вклад, но, к сожалению, ему пришло срочное сообщение с северо-запада от его приятеля Фьютя. Он знает, что у тебя хватит доброты поддержать Фьютя. Он говорит, что укажет тебе нужное направление, но найти фьютя и убедиться, что у него есть все необходимое, уже твое дело. Это не к добру. Интуиция уже скиса не обманывает. Тина на очереди. Уже скис говорит, что фьють волнуется потому что северо-западный мироед в последнее время особенно активен. Он поясняет, что Фьють работает над аппаратом для плавания под Гладью, который поможет добраться до мироеда, но ему нужна помощь. Come, Уже Скис предлагает тебе как можно скорее отправиться на северо-запад и выяснить, чем ты можешь помочь. Он счастлив помочь. Обещает никуда не деться до твоего возвращения. Это будет не прогул. Утверждает... Не... Хонки всегда открыт для... У Хонки есть все, что тебе нужно, и даже немного больше.